Всем привет! Сегодня поговорим о небольшой и банальной проблеме, которая заключается в неработоспособности некоторых кнопок на клавиатуре. Примером в моем случае послужит ноутбук Toshiba, в котором внезапно отказали некоторые кнопки. Что примечательно, после нескольких перезагрузок некоторые из отказавших кнопок все-таки работали, потом снова отказывали. Проблема, кстати, может варьироваться от неработоспособности нескольких кнопок до полной неработоспособности клавиатуры всей. Ну и в первую очередь, чтобы понять, куда копать, необходимо провести несложную диагностику, чтобы понять, проблема механического характера или все-таки что-то с программным обеспечением. Сначала проверяем клавиатуру в любом текстовом редакторе. Затем необходимо проверить ее в браузере. Также дополнительно вы можете проверить свою клавиатуру в утилите Keyboard Test Utility или же онлайн сервисами проверки. Далее, чтобы исключить проблему в драйверах, необходимо загрузиться в безопасном режиме. Обычно это делается с помощью клавиши F8 при старте ПК. Если же и в безопасном режиме проблема осталась, то наверняка есть какие-то механические повреждения клавиатуры. Здесь уже причины могут быть разнообразны. От окислов на шлейфе клавиатуры до полного выхода ее из строя. Если же в безопасном режиме клавиатура заработала полностью, то есть список некоторых действий, которые вам могут помочь. И самый первый легкий и банальный способ, который наверняка в большинстве случаев поможет, это просто необходимо либо обновить драйвер клавиатуры, либо вовсе его удалить. Что я в принципе и сделал. Я удалил этот драйвер, перезагрузил компьютер, затем снова его перезагрузил и клавиатура заработала. Также здесь будет не лишним обновить и все остальные драйвера, особенно драйвер чипсета. Можно это сделать с помощью различных утилит, либо же вручную. И еще один вариант проблемы, из-за которой может не работать клавиатура или работать частично, это проблема с самой операционной системой. И в этой ситуации я рекомендую попробовать восстановить до предыдущей версии вашу систему с помощью точки восстановления, выбрав ту точку, до которой этой проблемы не было. Итак, я рассказал вам о примерном списке способов решения этой проблемы. Конечно, можно ковырять глубже, ковыряться с виндой, потому что я, конечно же, об этой проблеме погуглил. Люди в основном там предлагают искать иголку в стоге сена. Поэтому, на мой взгляд, лучше либо попробовать восстановить операционную систему, либо вовсе ее переустановить, если будет необходимость.